Ненецкий округ присоединился к массовому всероссийскому забегу кросс-нации. На лыжероллерной трассе в районе тепличного комбината «Солнышко» 212 любителей бега из Нарьян-Мара и поселков Красное и Искатели коллективно отметили Всероссийский день бега, преодолев дистанции от 1 до 12 километров. В этом забеге не важно, сколько лет участнику и каков уровень его физической подготовки. Ведь многие бегут не ради победы, а просто, как говорят сами участники, для здоровья. Участвую сегодня вместе со всей Россией в празднике бега кросс-нации. Очень рад, что и погода нам помогла, и большое количество участников. В общем, как я всем желаю, занимайтесь бегом, спортом ради здоровья, чтобы все были здоровы. Всем желаю здоровья. Кросс-нации – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. Окружные любители бега участвуют в кроссе с 2004 года. Всероссийский день бега, кросс-нации, соревнования проходят по всей стране, как говорите, одновременно. Ну, в принципе, это как бы должен быть праздник спорта. Тут главное не высокие результаты, главное участие, ну и пропаганда здорового образа жизни. По итогам соревнований победители определили в разных возрастных группах. Самую сложную дистанцию 12 километров быстрее всех преодолел спортсмен-лыжник, сотрудник полиции Егор Коршаков. Победители и призеры соревнований получили кубки, медали и дипломы Минспорта России, участники – сладкие призы от организаторов. Дмитрий Марков, Вадим Носкин, телеканал «Север».